Федор Фомин родился в 1973 году в Хабаровске. Играл в Владивостоке на дискотеках ДК Ленина и Доме молодежи. Шальные 90-е, на его вечеринках нередко раздавались выстрелы. Работал ведущим эфира на культовых для Владивостока радиостанциях BBC и New Wave. Является одним из основателей самого известного кафе для золотой молодежи Владивостока – Студио Кафе. В 95 году, после окончания журфака, переехал в Москву. Столица заговорила о нем, когда российский дизайнер Денис Симачев предложил ему место диджея в своем «Денис Симачев бар». В 2008 году Мариус Вайсберг, сценарист и режиссер фильма «Любовь в большом городе», пригласил Федора Фомина для составления саундтрека картине. В 2009 году под руководством Фомина был создан продюсерский центр «Лаванда», который занимается разработкой саундтреков и написанием музыки в области кинематографии, театра и производства видеоклипов. Сегодня у «Лаванды» в работе находится порядка 5 картин. Федор Фомин и его жена, актриса Анастасия фон Колманович, является одной из самых красивых и обсуждаемых пар Москвы. Впервые за 14 лет Фомин был официально приглашен на гастроли в родной город, в ночной клуб «Плейсиба». Добрый вечер! Сегодня мы находимся в Ля-Руж, где играет знаменитый российский диджей Федор Фомин. Здравствуйте, Федор. Здравствуйте. Вы первый раз в Уфе? Нет, третий. Как вам город Уфа? Очень нравится. Сверху сегодня понравился еще больше, когда подлетал. Я прямо поразился чистоту и порядку. С утра подлетали, наверное? Да, ну, в 11 чем-то. Сегодня очень красивая погода была, на самом деле. Очень здорово. Мне очень нравится. Чистый, большой, приветливый город. Обычно от больших городов ожидаешь какого-то негатива, а тут френдли. Поэтому я и третий раз. Как выглядел Федор Фомин в возрасте своих поклонников нынешних? Приветлив. В принципе, как и сейчас, только морщинок больше прибавилось. С каким настроением сегодня приехал? С очень хорошим. Я ждал этой поездки, потому что сегодня мы с Ваней будем выступать, наверное, у него концерт, у меня сет, а наша жизнь артистическая порой не дает возможности пообщаться, потому что каждый живет по своему графику гастрольному, и порой пересекаешься либо в аэропорт, каком-нибудь, либо на вокзале, ну, либо вообще только решили. Общаемся по скайпу и смс-ками. А тут будет возможность и послушать друг друга, и повеселиться. Вопрос по вашему творчеству. Вот вы играете треки. Это то, что вы любите, или то, что, как говорят, people have it? Тут не буду открывать все секреты. Слушайте, смотрите. Но, безусловно, я делаю то дело, которое нравится мне. Желаю вам удачи в творчестве, успехов, ну и каких-то определенных личных побед. Спасибо вашему телеканалу, спасибо Уфа. Ходите на хорошие концерты. Пейте хорошие напитки и оставайтесь людьми. До свидания.